Я в Керчь приезжаю несколько раз уже постоянно. Красивый город, хорошая история. Очень много мест, где можно отдохнуть, посетить различные памятники, места. Здесь мне в Керчи все нравится. Как ремонт сделали по центру и прочее. Все нравится. И нравится, может быть, еще из-за того, что здесь море, что у нас нет. Там я живу в степной местности, в Саратовской области. Чисто очень. Не как в других городах, что убирают. Выходишь на центральную улицу, чисто, приятно смотреть. Люди приятные. Минус – отсутствие постоянно воды в кранах наших жителей. Потому что многие не хотят из этого ехать, потому что там постоянные перебои с водой. Дороговизна, допустим, пансионат обыкновенный, то есть без условий. В Коктебеле 65 гривен, у нас в Героевке 70 гривен. То есть люди поедут в Коктебель, потому что там и природа, там и инфраструктура отдыхающих больше, нежели в Керчь. Плюсы – наше море, наш песочек, то есть песчаные пляжи – это, конечно, плюсы нашего города. Но это надо развивать, во-первых, снижать цены и, конечно, все это благоустраивать. Плюсы, во-первых, очень для детей шикарно сделано, и для людей в возрасте, моего пенсионного возраста, вот этот вот пляж такой. Конечно, если бы дно еще почистили, было бы единственный минус – это почистить вот здесь дно. Ну и озеленение страдает. Вот те 2 года мы приезжали, было шикарное просто. Я сама дизайнер-озеленитель, я восхищалась. В этом году немножко подкачала. Город просто шикарный. Вот мне благодарность вот такой администрации, то, что они, чистота идеальная. Это вот такая вот жемчужина Крыма. Я Крым практически везде была. Но вот сейчас уже мы здесь остановились. А еще бы я хотела, конечно, это не от нас, не от вас зависит, когда мы Россию смотрим. Еще мост был вообще замечательный.